Добрый день, коллеги. У нас уже время. Итак, у нас сегодня тема вебинара «Кадровый учет в 1С ЗУП». Это часть первая. Мы сегодня знакомимся с программой. Мы сегодня должны с вами, да, понять, в чем разница, да, у нас между там, типовыми и нетиповыми документами, да, основные отличия ЗУП, терминологию ее и как принять, да, там, сотрудника, физика, какие есть у нас нюансы, какие есть вещи по договору КПХ и самозанятым. Попробуем уложиться в час вебинара. У нас на вебинар примерно минут 45 и минут 10-15 последние это на ответы на вопросы. Если какие-то у вас вопросики, то пишите, пожалуйста, в чат. В конце как раз встречи открою чат, пролистаю вопросы. Если они достаточно быстренькими будут, то отвечу сразу. Если нет, то подготовлю, допустим, на какой-то следующий из вебинаров. Итак, меня зовут Кривенкова Наталья. Я функциональный архитектор по 1С ЗУП по регламентированному учету, функциональный архитектор по казначейству в системах 1С УХ, ЕРП и ЕРПУХ, ведущий аналитик по бюджетированию в управлении холдингом. Так. Могу помочь отключить камеру, коллеги. Помогла. Наталья, здравствуйте. С присоединением. Итак, у нас подготовлена презентация, плюс я буду демонстрировать в тестовой базе, которая есть от 1С, да, то какие-либо наши действия и более развернуто, чтобы была связь, да, с живой базой. Итак, если вы впервые на наших семинарах, поставьте нолик. Если вы уже были на каких-то наших семинарах по зарплате или по другим видам учета, пожалуйста, поставьте единичку в чатик. Угу. Я понимала просто, на каком уровне, да, давать информацию. Так, были ли на наших прошлых вебинарах по ЗУП или нет? У нас может быть несколько, да, вебинаров и несколько специалистов ввели. Угу, спасибо большое. А работаете вы в 1С ЗУП еще или только планируете? Если работаете, поставьте плюсик. Если только планируете, поставьте минус, пожалуйста. Угу, вижу. Так, значит, скорее всего, будут какие-то вопросы у вас еще из практики. Если вы уже работаете в системе, то у вас... спасибо, Михаил. Если у вас уже есть какая-то, да, работа в этой системе, то у вас типовая 1С-ка или нет? Потому что я все примеры готовлю, то исключительно на типовой версии. Если типовая, плюсик. Если не типовая, то минус. Так, сейчас... Спасибо. Так когда версия не типовая, будут отличаться, может быть, какие-то отчеты, какие-то документы, да, в дальнейших наших презентациях, в этой презентации, какое-то расположение, например, да, там документов. Это может быть, не обращайте на это внимания. Если у вас доработанная версия, да, что-то в ней изменено, то, конечно, у вас будет абсолютно не так же точно, как здесь, например, да, а может быть какой-нибудь там, вот в другом месте там какой-нибудь документ еще дописан, в третьем месте там отчет по-другому выглядит, да, дополнительная какая-нибудь обработочка есть или дополнительный отчет. На это мы внимания не обращаем, то есть, да, у вас могут быть какие-то изменения в системе. Итак, мы как раз подождали коллег, да, все, кто хотел, уже присоединились, поехали дальше. Итак, у нас есть в 1С ЗУП основные отличия 1С от всех остальных систем. Вот, например, да, Михаил написал, что, ну, да, не работал раньше в ЗУПе. Типовые изменения, да, вот, точнее, прошу прощения, основные отличия 1С ЗУПа от других 1С. Это полностью сформированный учет и отчетность внутри одной системы. Что это значит? Что вы покупаете вот коробочную версию, да, и можете сразу в ней начать работать. Да, то есть сразу установили, можете с ней работать. Большинство решений 1С-ных, таких как 1С ЗУП, бухгалтерия, то есть те, которые имеют конкретную конечную отчетность,
они уже могут работать сразу с коробки. Но всевозможные там дополнения, типа управления торговлей, да, там, например, где-то что-то нужно подправить и так далее, не факт, что будут работать. Документооборот, он, в принципе, очень, например, универсальный, и вы можете потратить огромное количество времени на его настройки, перенастройки, потому что коробочное решение, оно как конструктор. А второй момент. Решение из коробки полностью покрывает функционал специалиста кадровой службы или специалиста по расчету зарплаты. А что это значит? Что вот вы установили, да, и можете сразу работать. И можете от приема сотрудника, да, вот заключения трудового договора даже, сразу же закончить отчетностью, которая вот в фонд идет, да, у нас, и даже выгрузить заработную плату в банк. То есть полностью расчет зарплаты будет произведен в этой системе, и вам не нужно ничего дополнительного. Есть такая третья вещь, да, на мой взгляд, это не самое важное, да, в этом третьем пункте, но для бухгалтеров, именно бухгалтеров регулучета, да, не расчетчиков зарплаты, а именно бухгалтеров там, какого-то участка, да, есть одно главное отличие, это отсутствие плана счетов. В типовом 1СЗУПе не существует счетов. Я этот момент покажу. Мы можем вести учет хоть в ежиках. Да, конечно, мы ставим якобы дебет-кредит счетов, которые выгружаются в бухгалтерию, например, да, но это все текстовые поля, и за собой, да, они не несут никакой подоплеки, да, и никакого плана счетов, никакой проверки, да, учета, ничего вот из этого. И также точно 1С предлагает между своими типовыми программами также точно типовые обмены, да, между указанными программами, там, где есть рекучет, там, откуда создаются бухгалтерские балансы, формируются. Это вот несколько этих программ. 1С ERP, комплексная автоматизация, УХА, бухгалтерия предприятия. Так, про основные отличия поговорили. Есть и другие еще отличия, но они более такие, как-то не менее важные, да, и менее значимые для нас. Самые основные это вот эти четыре. Переходим дальше. Для того, чтобы связаться, например, с специалистом поддержки, своего богатого уже опыта за 9 лет в Одинессе, раз за разом получается такая ситуация, что очень часто обращаются пользователи, да, с какой-то проблемой, изначально не знают терминологию 1С. И, например, очень сложно понять, да, что хочет конкретный пользователь и как ему можно помочь, что у него произошло. Поэтому у нас будет отдельно на этом вебинаре посвящен кусочек вебинара, да, терминологии. В 1С есть основные разделы системы, да, основные понятия системы, их наполнение. Да, то есть это раздел, справочник, документ, печатная форма, отчет, обработка и выгрузка. Чем они у нас отличаются? Дальше буду показывать большей частью на рабочей базе, да, к презентации буду возвращаться по мере необходимости. Итак. Прихожу в рабочую базу. У меня облачная база от 1С, типовая. Единственное, что у меня не проф-версия, да, у меня корп-версия. Лишние настройки, лишние документы я сейчас отсюда скрыла, но где-то вы будете видеть, например, необычные документы. Это потому, что это корп-версия, это максимальная типовая версия, которая есть у 1С, которая стоит очень дорого и покупается на большие компании. Потому что лицензия безумно дорогая. Итак, вот эта вот желтенькая штука сверху, это называется у нас панель разделов. У нас есть такие разделы, как кадры, зарплата, выплаты, налоги, взносы, отчетность, справки, настройки и администрирование. В данных разделах содержится информация, да, обо всех, сгруппирована информация обо всех возможностях, да, которые дает тот или иной раздел. Например, даже у нас может быть прошу прощения, да, там, например, сейчас покажу вам разницу, да, например, это раздел, да, то есть это полностью у нас разделом называется, эта штучка сверху, она может быть как горизонтальной, так и, скорее всего, у кого-то может быть вертикальной, то есть вот здесь находится, да, поперек. Это пользовательская настройка, вы можете ее менять. У нас есть в системе документы. Что такое документы? Документы – это у нас… Сейчас я физические лица могу закрыть, да, начальный экран. Документы – это то, что у нас содержится в разделах, да, вот эти вот все вещи – это документы.
Тут журнал документов. Также точно в разделах, то есть все, что имеет за собой физический документ, да, например, носитель, да, вы откуда-то перенесли в 1С или из 1С печатная форма, да, получается на основании документа, то есть все вот это вот и даже больше, да, у меня сейчас документы скрыто, это все документы. Документы — это у нас начисление зарплаты, да, больничные листы, ведомости на выплату, кадровые все это документы. У нас есть справочники в 1С. Что такое справочники? В справочниках у нас... Сейчас, секундочку. Здесь прогрузилась. В справочниках у нас та информация, скажу достаточно грубо, да, то есть ту, которую вы можете самостоятельно менять. Что это значит? Документ, вы вносите документ, то есть переносите из какого-то источника в 1С. Печатная форма – это то, что у любого документа, да, есть возможность распечатки. Например, да, у нас вот документ командировки. У него есть типовая, там, допустим, печатная форма. Да. Сейчас открою какой-нибудь прием, перевод, увольнение. Да, у него есть стандартная форма приказа Т1. Да, у него есть стандартная форма там печати трудового договора, да, которая 1С предлагает нам, да, еще там два вида. А, например, справочник – это физические лица, это сотрудники, справочник – это должности, то есть то, что вы можете менять и добавлять по мере наполнения системы самостоятельно, без обращения к специалистам. То есть, например, у вас появилась новая должность в компании, да, вот вы внесли, например, да, вот эта должность у меня еще там не утверждена штаткой, но она внесена. Также у нас в системе есть понятие отчеты. Отчеты есть в каждом разделе. На самом верху всегда есть подраздел с отчетами. Кадром это кадровые отчеты. Зарплате – это зарплатные отчеты, в выплатах – это, соответственно, отчеты по выплатам, да, и так далее. Есть понятие выгрузка еще в 1С. Что такое выгрузка? Раньше выгрузкой называли только выгрузку в банк, txt-файлик. Сейчас выгрузка называется, к сожалению, не знаю, вам видно тут какой-то кусочек, какой-то рисунок на экране. Выгрузкой называется абсолютно любая информация, да, которую вы выгрузили из 1С. Если вы выгрузили отчет, вы можете назвать это и отчетом, и выгрузкой. Но вот, например, вы сверяете какой-нибудь справочник, например, справочник должности, да, и вы его хотите выгрузить. Из 1С есть такая стандартная возможность через кнопочку «Еще» вывести список абсолютно во всех справочниках, во всех журналах документов, да, абсолютно везде есть эта возможность вывести список. Да, вот сейчас мы в справочнике с вами, мы можем получить список и сохранить его в Excel. И вот, например, мы в документах, да, прием перевода увольнения, это документы, мы также точно можем выгрузить, например, все документы за какой-либо период. Да, сейчас здесь стоят за всю историю, также точно вывести список. И получить, например, документ там, или выгрузку, да, на выверку какую-либо. Потому что, может быть, удобнее это делать не на экране, да, когда вы сверяете, допустим, да, с двумя бумажными носителями, а удобнее иметь в бумажном носителе. В этом случае можете что-либо делать. Здесь есть такая возможность. Итак, что такое справочники? Мы познакомились. Печатную форму показала, что есть. Отчетики. Давайте покажу подробнее, что такое отчеты. Зайду в какой-нибудь, да, там кадры, кадровые отчеты. Почему? Сейчас они погружаются. Итак, почему все отчеты, да, кадровые, собранные с кадрами, чтобы было удобнее, да, в одном разделе видеть всю, допустим, информацию, но есть некоторые отчеты или какие-либо документы, которые дублируются в разных отделах, например, там, в разных разделах системы. Например, в кадрах есть доступ к подразделениям, да, и в каком-нибудь другом справочнике, например, там, в настройках, да, есть тоже доступ к подразделениям. В отчетах. В отчетах у нас есть возможность вот здесь выбрать огромное количество отчетов, которые есть в системе. Это типовые стандартные отчеты, которые закрывают полностью потребности и даже больше.
Здесь есть даже такие отчеты, как анализы, там фонд оплаты труда, анализ начислений, анализ выплат, полный свод. То есть даже по стажам сотрудникам и даже по конфиденциальным личным данным, да, у нас есть возможность вывести отчеты, уже типовые системы такие сделала, то есть мы можем им пользоваться. Конечно, мы можем их донастраивать, да, например, там личные данные сотрудников. Сейчас немножко подтормаживают. Например, там, да, на начало этого дня в этом отчете будет информация для сотрудников, по сотрудникам, которые, например, там будет, если нужна почтовая информация, адрес места прописки, паспортные данные, как раз прогрузилось, да, ИНН, СНИЛС, то есть вся личная информация. Обычно этот отчет просто донастраивают, например, да, из него получают кадровики отчет по дням рождения. Очень удобно, потому что, да, можно все остальные колоночки убрать, сохранить версию отчета и получить просто фамилии и дни рождения. Очень удобная вещь. Так. Также у нас сейчас давайте вернемся в презентацию. Мы закончили с терминологией, да. Еще раз я напомню, что у нас есть разделы. Вот это большая желтенькая, да, наверху или сбоку, может быть. Справочники — это то, что вы дополняете сами. Документы — это физический аналог документа. Печатная форма — это любой приказ, все, что вы можете распечатать. В том числе вы можете распечатать отчет. И все, что вы выгрузили в выгрузку, да? Что такое обработка? Это достаточно необычная вещь. Я это тоже назвала достаточно просто. Если даже вы так назовете, да, специалисту обработка, специалист сразу же поймет, что вы хотите. Обработками называются любые дополнительные мини-программы, да, берем слово в кавычки мини-программы, внутри системы 1С, каждая из которых имеет одну единственную функцию. Например, у нас есть в программе в настройках сейчас. Сразу, наверное, быстро не найду. У нас есть возможность настроить здесь расчетные листки, рассылку расчетных листков. Причем настроить можем самостоятельно, да, по-моему, там в администрировании, в общих или в настройках в общих. Есть возможность, да, в несколько разделах подпровалиться и выбрать расчетные листки. Эту рассылку расчетных листков, типовая, да, вот, например, снизу, пользователь самостоятельно может настраивать, например, 2 раза в месяц. Но единственное, что сейчас рассылка выбирает только одну дату, то есть дату нужно будет переставлять, пока 1С это еще не доработали, да, это, скорее всего, будет работать на следующих версиях. Сейчас выбирается одна дата, потому что еще по старинке, да, у нас расчетный листок отправлялся раз в месяц. Но вы можете выбрать дату рассылки, время, в которое вы отправляете. Например, одни компании отправляют в конце дня, да, вы хотите там к 9 утра, чтобы сотрудник уже пришел в день, да, выплаты зарплаты. И вот на карточку падает, например, в 10 утра, а расчетный листок он уже получил в 8 утра, чтобы он проверил, да, что вот на карточку упало именно то, что указано в расчетном листке. Так вот, вот эта вот волшебная штука, да, которая рассылает это все, это называется обработка. Обработка не только есть по расчетным листкам. Обработка может и собирать какой-то очень тяжелый отчет. Да. Обработка может сделать всякие почтовые рассылки. Это все именно называется обработка. То есть, если отчет какой-то очень сложный, он может быть собран именно обработкой, которая не типовой, да, в системе. С этим мы познакомились. Теперь предлагаю еще раз пробежаться по разделам и теперь наполнение разделов более подробно расскажу, для чего нужны, какие у вас чаще всего закрыты, какие всегда открыты и где есть понятие разделения прав, да, например, у кадровиков и расчетчиков. Перейду теперь в базу. Этот слайд больше не понадобится. Итак, в разделе кадры, как вообще в принципе, да, здесь устроена система и почему она устроена именно так? В системе все линейно, то есть у нас из одного действия, да, вот одно действие прошло, закончилось, да, прошла линеечка. Дальше начинается следующая линеечка действий.
выстроена именно следующим образом. Мы вначале, да, принимаем сотрудника, потом делаем какие-либо манипуляции между кадрами зарплаты, отпуск, например, командировка, больничный, да, это между этими, да, двумя разделами. Поэтому документы есть и в одном, и в другом разделе. Да, например, отпуска сотрудников, командировки здесь, и вот отпуска сотрудников, да, и командировки здесь. Дальше мы начислили, да, что-либо, потом начислили зарплату, потом нам эту зарплату нужно выплатить, да, с зарплаты нужно заплатить налоги, и дальше мы уже раз там в месяц, например, да, иногда раз в квартал там собираем отчетность, да, какую-то. А настройки. Настройки раздел обычно закрытый для большинства пользователей, кроме там очень высокопоставленных, да, там начальников. Например, это там начальник расчетной службы, да, или начальник кадрового отдела. То есть обычный кадровик чаще всего не имеет доступа в настройки, если, конечно, компания небольшая, да, там, если вот есть компании небольшие, где вот, например, у нас может быть главный бухгалтер, он же будет расчетчиком заработной платы, он же еще там, да, кадровик, то, понятное дело, у него будет все открыто. В администрировании, как раз в администрировании настраиваются обмены, например, да, какие-либо сложные вещи добавляются вот программистами, те самые обработки, печатные формы, какие-либо такие достаточно сложные вещи. То есть и есть еще один момент. Через администрирование можно, да, посмотреть, например, в бухгалтерии предприятия, да, кто что сделал. Через администрирование подгружаются классификаторы, например, да, у нас адресов, когда вы принимаете сотрудника на работу, у вас какой-то адрес, да, уже вот есть в системе, когда вы выбираете город, да, это классификаторы адресов, они единые на всю Россию, они подгружаются тоже из этого раздела. Если у вас сейчас стоят типовые настройки, но есть всегда возможность, например, да, в каждом разделе открыть себе, если, конечно, у вас права не ограничены, да, открыть себе, например, в более удобоваримой форме какие-либо документы через вот такую вот вещь. В каждом разделе, да, она своя, гаечка такая, настройки навигации. И в том числе убрать лишнее. То есть, например, работа с кадрами. Я хочу удалить, да, вот эту вот вещь сверху, мне она не нужна. Хочу этот сервис убрать. И хочу убрать все кадровые документы. Обратите внимание, да, вот здесь жирненькая, эти надписи. Окей. Оно сейчас применилось, подумала, да, то есть у меня просто выше был предыдущий раздел. Вот, пожалуйста, все у нас поменялось. Также точно можно и добавлять, да, через шестереночку. Настройка навигации. И, например, там хочется отдельно видеть приемы на работу, да? Приемы на работу списком, да, то здесь будет добавить. Но документы, да, появляются у нас в нижней части. Жирненько это только вот сверху, там, где важное. Документы это все остальное. Потом опять подвыкинула, сделала. И вот, например, у нас приемы на работу отдельно появились, да? То есть, чтобы не вместе прием перевода, там, да, отдельно прием на работу. Это есть абсолютно в каждом разделе. Это шестереночка, и в каждом разделе можно открыть, да, себе там или наоборот скрыть лишние документы. Бывает такое, что намного удобнее, да, настроить что-то себе вот в зрительном варианте. А, достаточно часто вопрос от пользователя, да, как убрать лишнее и, например, оставить только нужное. А, в каждом разделе, да, еще раз повторю, у нас есть как документы, так и отчеты. Это всегда вторая вкладка сверху, если у вас, вот, допустим, как у меня, да, много, или если у вас подчищена, или система не последняя, да, как, например, у нас там Corp, да, у нас есть три версии 1С. Это обычная базовая, проф, да, здесь написано будет проф сверху, вот здесь, и Corp. Это максимальная версия, да, то есть в ней очень много документов, и в ней очень много всего учтено. Профверсии, конечно же, типовые документы, да, для ведения учета, они все будут, ну, например, будут отсутствовать разделы там, по нормированию, будет отсутствовать там HR-овский разделик, то есть то, что берут именно большие корпорации. Итак, это мы с вами обсудили. Как у нас, в принципе, да, проходят работа в системе, да, и что у нас, например, из настроек является самым важным и то, что нужно вам проверять,
для того, чтобы понять, например, да, если вы заказали перенос базы, например, да, какую-то базу там старенькую с 2.5 переходите на тройку, да, что вам нужно будет проверить в первую очередь и что вы сможете проверить самостоятельно, не обращаясь, да, к специалистам, да, сделать это внутри компании, там, с одной стороны, да, сэкономить денег и заодно проверить. Вам в любом случае придется это проверять. Поэтому вот эти настроечки две сверху в разделе «Настройка», да, мы называем это разделом, это раздел у нас, мы это уже понятие знаем, и вот эти вот подразделы, это настройка расчета заработной платы и кадрового учета. Для чего они нужны, в принципе, и что в них происходит? Начинаем мы, конечно же, опять же, так же, как у нас идет, да, учет в системе, от кадрового учета, да, до расчета зарплаты, да, а не наоборот. В идеале рекомендую садиться вдвоем, если это разные отделы, да, начальнику кадровой службы, начальнику расчетной службы. Почему? Потому что настройки где-то могут пересекаться, и один отдел может элементарно не знать абсолютно всего того, что, конечно, делает там другое дело, что может понадобиться. Но какие-то настройки могут быть достаточно важными. Итак, на слайдах у меня есть начало, да, допустим, с кадрового учета. Также точно. Но помещается на слайды достаточно мало, а немного, поэтому я лучше буду показывать на базе. В кадровом учете есть такая волшебная кнопочка, да, это вот на настройке кадрового учета, это на печать, да, просто для зрительного удобства, чтобы не вот здесь, допустим, да, проходить каждую и читать, да, расшифровку. Например, кому-то удобнее жамкнуть сюда и увидеть итог. Да, и пробежаться глазами вот это вот «да нет». А кому-то, например, да, удобнее вот именно каждую почитать отдельно, вдумчиво, понять, что работает, не работает. Опять же, это на ваше усмотрение. И скорее, если у вас уже система настроена специалистами, и вы уже работаете в этой системе, да, то есть это не новая для вас система, в которой вы ведете учет, и какую-то настройку вы хотите понять, есть ли в 1С или нет, вы можете также точно, не обращаясь к специалистам, просто зайти в этот раздел и проверить, что включено и что не включено. Галочками будет отмечено то, что включено в системе, соответственно, без галочки это выключено. По настройкам, к примеру, я вот знаю точно, что всегда автоматически, есть всегда стандартные настройки, когда вам база задается, да, каждый потом включает для себя, как-то для себя, для компании то, что нужно конкретно каждому подразделению, так себя уточню. У нас есть воинский учет, да, здесь по умолчанию он выключен, и его изначально, да, как будто у нас нет в компании. У нас, да, нигде он не появляется, ни в одном из разделов. Да, например, пособие, смотри, также. Да, ничего нет. Как только мы включим этот воинский учет, сейчас потеряла зрительно, вот. У нас сразу может появиться, да, ряд документов, то есть система подумала, да, моргнула нам там, что-то загрузила, да, и, например, вот что-то включилось, да, например, мы ведем вот так и вот так. Входим в раздел «Кадры». Иногда нужно, чтобы настройки сработали, да, какие-либо, вас иногда просят перезайти в базу. Но вот эти конкретно настройки, они работают сразу вот из этого раздела. Да. У нас появился отдельный блок «Воинский учет» для того, чтобы его вести, да, в компании. Но сразу скажу, что, коллеги, не включайте бездумно абсолютно все подряд, потому что компании разные, а 1С выпускает типовое стандартное решение для всех компаний из любой сферы. Будь компания, которая занимается, да, там, сферой медицины, до компании, которая занимается просто торговлей. Да, тут купили, там продали. Версия одна и та же для всех, поэтому имеет очень гибкие настройки, но если вы включите одновременно все, и потом, например, вы что-то со временем решите отключить, потому что не нужно будет, отключить это так легко не удастся. Галочка-то пропадет, например, но вместе с ней пропадет какой-то раздел, который, например, кто-то другой вел. Поэтому все настройки, вот, которые ведутся в разделе «Настройки»,
эти две, да, самые важные, расчет зарплаты и кадровый учет, лучше настраивать либо с коллегой, который, да, вот у вас из другого отдела, будь то это расчетчик, да, или кадровик, то есть вместе сесть. Либо, если уже где-то сами боитесь, то обратиться к специалисту. Но, в принципе, здесь абсолютно каждая вещь расписана и позволяет вам самостоятельно что-то добавлять. Но играть оттуда-обратно, включать и выключать, не рекомендую. Аналогичная ситуация у нас с настройками заработной платы. То есть, например, у нас одни из самых важных настроек в кадровом учете находятся вот здесь, да, настройка штатного расписания. Ведем или не ведем его в системе? Автоматически 1С считает, что мы ведем, да, историю изменений, да, штатного расписания. То есть у нас есть блок вот такой вот, штатное расписание. И документы в нем, да. Изменение штатного расписания. Сейчас тут мы видим, вот в таком формате, да, на штатное расписание. У нас может быть ситуация того, что ведется очень жестко штатное расписание, когда будут доступны документы изменения штатного расписания, утверждения штатного расписания, но так легко вы должность, например, новую не заведете. А есть возможность, в принципе, да, историю изменений отключить, и тогда пропадет... Останется возможность, конечно же, вести штатку, но просто она будет еще более упрощенной. То есть, да, обратите внимание, сейчас у меня штатное расписание содержит вот эти вот даты, да, утверждения, там, грейды, к примеру. Если я отключу эту возможность, то у меня пропадет вся информация, которая до этого вносилась в систему сотрудниками кадровой службы. Да? Пропала вот тут одна из вкладочек. Казалось бы, да, ничего не изменено. Но пропала одна из вкладок, которая содержала часть документов. Да, у нас здесь было их 4. И потом может поехать учет в системе, причем иногда необратимо, к сожалению. В настройках заработной платы... Да, настройки, расчет заработной платы. Есть тоже свои очень важные настройки, которые лучше делать совместно с кадровиком, даже расчетчиком. Это вот здесь настройка состава начисления и удержания. Расчетчик может сразу просто не вспомнить, да, что у нас есть, да, например, там, из каких-то особых там моментов, которые бывают крайне редко, или какого-нибудь там конкретного одного специалиста, который... У нас там в системе, например, там бывший там ЧС, да, который у нас там проживал в зоне чрезвычайной какой-то ситуации, когда еще недавно взорвался этот атомный на Украине. Итак, настройка состава начисления содержит достаточно ряд больших настроек, да, которые у нас пересекаются с кадровой службой. В том числе, например, да, расчетчик может не обратить внимания на предоставление учебного отпуска, да, там, если есть в компании. Какие-либо там виды дополнительных отсутствий, да, там, например, там внутрисменные, да, это уже вотчина кадров, но она пересекается с расчетчиком. Может быть, что-то с материальной помощью, да, опять же, здесь есть несколько вкладочек, советую изучить каждую и проверить каждую, потому что возможно, что вам для каких-то целей не хватает чего-то, и вы можете включить это самостоятельно вот здесь, да, с прочтением, да, вот этого подробного описания, которое здесь обычно есть. Как минимум несколько строк, которые объясняют, для чего и что это, всегда есть, да, в каждой ссылочке, да, у нас что-то обязательно прописано. Так, с настройками мы разобрались. И я сразу от себя дополню, да, что любое изменение настроек, еще раз, да, может быть необратимым и влечет за собой проблемы с дальнейшим учетом в системе. Настройки должен менять только специалист. Например, если вы к кому-то обратились, да, с заменой настроек, это должен делать не, допустим, сисадмин, который занимается только железом. Да, вот если вы самостоятельно не хотите ничего менять, да, в системе, не сисадмин, а именно тогда уже специалист по 1С.
Почему? Потому что мы так же точно, как и сотрудники любые другие, мы делимся. Мы делимся на специалистов 1С, на системных администраторов, например. Системный администратор, он занимается железом. Не работает принтер, не работает сканер, копир. Нужно подключить компьютер. Нужно, может быть, там где-то они еще как охошники работают, да, там стол-стул там, да, принести, переставить. А специалист 1С занимается только 1С и знает настройки именно 1С. Он не настроит вам принтер, сканер и копир. Просто у нас разные изначальные специализации. Если специалист настраивает, обычно хороший специалист, да, уровня ведущего спеца, он уже знает все настройки наизусть. Если специалист по младшей должности, то лучше попросить, чтобы специалист проверил, да, работоспособность системы на тестовой базе. Это должно быть обязательно по умолчанию. Но если специалисты помладше, да, соответственно, они могут там забыть, там, где-то может быть та же халатность. Лучше всего всегда все настройки, какие-либо вещи, которые вам отдаются, да, обработки и так далее, чтобы учет не встал из-за какого-нибудь бага, да, проверять всегда на тестовой базе. Даже если это ваша обычная текущая деятельность, да, это не новая база, а какие-то обработки, вот какой-то отчет вам добавили, чтобы у вас просто ничего не поехало. Это вот прям тоже одна из обязательных вещей. Пользователи очень иногда недооценивают вот себя с точки зрения того, что думают, да, специалист там все сделал, потом проверен рабочий, да я что там, да я что там знаю, что ли. А специалист, когда вам что-то отдает, да, специалист 1С, он отдает вам на проверку не просто так. Специалист 1С хорошо знает 1С, но может не знать какие-то нюансы, как именно у вас ведется учет. Компании разные, и даже насчет одного и того же начисления могут быть абсолютно разные показатели, могут быть абсолютно разные, да, там, например, базы расчетные. И при этом это будет то же самое начисление оклада. Лучше всего вот прям участвовать в тестировании и всегда проверить на тестовой, а не на бою, когда у вас что-то заблокировалось, да, и потом невозможно там дальше никуда нажать, там или что-то там документы вылетают, или что-то еще сломалось. Поэтому тоже здесь и с вашей стороны огромным плюсом является, когда вы помогаете в тестировании, и сами помогаете специалистам, вот, например, по проверкам. Опять же, специалист делает что-то для вас, да, по вашей заявке. Конечно же, он не хочет навредить, но ситуации бывают абсолютно разные, да, может просто не знать какие-то особенности учета. Поэтому огромный совет: всегда работайте в команде со своим спецом и всегда проверяйте на тестовой базе любые изменения перед установкой на рабочую базу. Это позволит вам огромное количество нервов сохранить, избежать больших проблем, опять же, больших счетов за всевозможные переправления базы. Идем к следующему слайду. У нас чаще всего, опять же, да, это слайд из практики, да, что у нас чаще всего влияет на поведение системы, да, что происходит с системой, почему то или иное случилось. Чаще всего слетели какие-то настройки или кто-то изменил эти настройки. Когда специалисты, например, из двух отделов, да, кадровые, расчетные, просто не договорились, да, кто-то зашел, что-то включил, второму не сказал. Все. Абсолютно стандартная, да, ситуация. Второй момент, про который забывают, что влияют только те документы, которые внесены в эту систему, то есть которые есть в этой системе. Если вы внесли документ в систему, то он действительно может быть, да, отражен в учете и может иметь какую-то силу, грубо говоря, дебет-кредит, назовем это так. Если вы его не внесли, то система никак не догадается, да, что эти данные нужно учитывать. То есть у меня был не один такой случай, стандартно где-то раз в месяц кто-то из пользователей обращается, говорит, я вот вроде внесла документ, но он не появился, например, там вот данные не пересчитались. Мы начинаем искать документ, оказывается, что не внес, да, допустим, положил около компьютера и просто не внес. Себя лучше всего перед обращением в поддержку, да, просто можно проверить, да, там, может, отвлекли, особенно сотрудника кадровой службы, к вам приходит огромное количество народу, то отпуск, то еще что-то, то больничный, или расчетчиком там, да, вечно бегают за справками, просто могли, ну, отвлечь.
и вы забыли, допустим, внести. Поэтому не поленитесь, прежде чем обращаться к специалисту, да, проверьте, да, внесен ли тот самый документ у нас в систему. И еще третий нюанс. Когда документ внесен, он имеет три разных статуса. Документ должен быть проведен и иметь вот такую галочку. Если документ не проведен, то есть проведен – это все, это принят к учету, да, приравниваем. Равно принят к учету. Система его видит, понимает, все хорошо. Если документ просто не проведен и имеет вид без галочки, да, то есть просто листик, то он будет учтен в системе, но не с точки зрения учета, а просто висеть как черновик. То есть система его не берет к учету. Аналог с бухгалтерией, да, где у вас есть проводки, где у вас есть план счетов. Вот это называется это проведен, да, вот это непроведенный документ. Он не имеет проводки. Ну и третья вариация, когда у нас документ помечен на удаление, имеет такой красный крестик, он не будет учтен в системе и будет удален из системы. Возможно, автоматически, потому что в 1С работает чаще всего регламентная операция, вот та самая обработка, да, как у нас расчетные листки, которая раз в время, то есть вы сами выставляете это время, да, или вам специалист выставляет изначально, согласовывает с вами, когда система просто пробегается и удаляет помеченные документы, да, чтобы не разводить в системе при этом документы, да, ненужные. Например, этот документ мы отменим проведение. Сейчас система не подумает. Да, обратите внимание, стал жирненьким, да, например, и ушла галочка. А вот этот мы вообще пометим на удаление. И я вот помечаю на удаление. Пометить, да. Уже проведенный документ. Ну, случайно нажала, ну, вот могла реально промахнуться. Вот случайно нажала в запарке, быстро что-то щелкало. Вот эти два документа не будут учтены в системе. Вот этот со временем может быть удален. А вот этот документ просто не будет принят к учету. И мы не сможем дальше до сотрудника начислить зарплату, потому что не проведен прием на работу. То есть проверка документа, прежде чем, допустим, обращаться на линию поддержки, тоже вам спастит, наверное, процентов 30 проблем и заявок, в том числе проверка наполненности документа. То есть у вас что-то не получается, например, да, а вы недозаполнили какое-либо поле в документе, и вот, допустим, вот у сотрудника не считается зарплата. Почему она не считается? Оклад пишет ноль. Зайдите в приемную работу или в последний кадровый перевод и просто проверьте, а стоит ли оклад. Опять же, возможно, отвлеклись, да, там не внесли, забыли. И вот из-за по этой причине, да, у нас такое тоже достаточно часто происходит, да, что какое-то начисление не либо не проведено, либо, например, вариант 2 это просто, не знаю, затерли или не внесли. Пройдем дальше. Дальше мы переходим к кадровому учету в системе. Немножко ускорюсь, я выбилась чуть-чуть из времени. Итак, для того, чтобы у нас принять, да, в принципе, хоть кого-то на работу, нам нужно зайти в кадры, в раздел, под подраздел, да, «Смотри также», раздел «Кадры», подраздел «Смотри также». И вот здесь есть такая в серединке ссылочка, да, «Физические лица». Это справочник у нас, да, мы помним об этом. И нажать кнопочку «Создать». 1С изначально сама предлагает уже карточку, да, и подсвечивает нам красненьким, да, вот здесь такой красненький мелкий пунктирчик, именно те поля, которые должны быть заполнены обязательно. Что это значит? Когда вы иногда, бывает, нажимаете, да, вот у вас пишет ошибка, вот подсвечивает это поле, и внизу, вот здесь, 1С пишет ошибки, да, какие допущены и почему он не может сделать то или иное. Опять же, процентов 10 заявок это просто не прочитали, да, ругалку, которая была от 1С, и, например, там не выпускают из документа, да, а он постоянно внизу ругается. То есть вы смотрите в эту часть экрана, а у вас там внизу вот это вот предупреждение, предупреждение, предупреждение. Проверяйте, да, например, вот такие вещи внизу. Не забывайте смотреть вниз экрана. Если у вас что-то не получилось, возможно, у вас внизу какое-то предупреждение.
В тестовой базе, да, которую дает 1С, вот эта вот, да, бесплатная демо-версия, здесь подсвечены только полное имя, но в рабочих базах, в зависимости от версии, еще обязателен паспорт. Если вы паспорт не внесли, то система считает автоматически, что паспорт внесен, например, да, но просто не пишет номер. Такое тоже может быть. То есть, так как вы номер не внесли, но автоматом по системе проходит, что якобы у человека паспорт гражданина РФ. Это стандартная типовая настройка, потому что 1С для РФ здесь всегда, даже если не высвечивается по умолчанию паспорт гражданина РФ, да, там, например, в Беларуси, в Казахстане, у них здесь тоже и их, да, вот стоят полностью их паспорт там гражданина там, Республики Беларусь. Чтобы внести, да, человека, нам достаточно указать, например, написать фамилию, имя, ну, то, так, Иванов имя у нас будет, да, и отчество через пробел. Если вы укажете два пробела, вот, например, здесь ошиблись, система может засчитать, что у вас ошибка во внесении данных, или что одно из полей пустое. Абсолютно нормально в системе, если вы внесли, например, есть такие сотрудники, да, вот есть такие люди, у которых изначально только фамилия, имя, например, нет отчества, да, по какой-то причине. Система, конечно же, даст вам это сохранить, и поэтому обращайте внимание на количество пробелов. Может быть такое, что вы случайно поставили здесь два пробела, и тогда сотрудник, например, у нас без имени, но зато с отчеством. Система тоже такое может принять. Внесли, нажали сохранить. То есть все данные, которые у вас есть, да, вот в паспорте перенесли из паспорта, например, вот паспортные данные, перенесли именно СНИЛС, да, если есть, то перенесли место рождения, то есть все, что у вас было с физического, да, документа, вы перенесли в карточку физического лица и потом нажали кнопочку сохранить, да, записать еще. Вот, например, да, после выбора паспорта он просит меня указать дату обязательно. Нажали, сохранили. Не забываем сразу распечатывать согласие на обработку ПНД. То есть зашли на печать, выбрали организацию, все остальные данные, да, если было бы тут полностью все заполнено, там номер, там, да, адрес, он бы обязательно сюда подтянул тоже. Печать там, да, первоначально даже провести, распечатать. Потом можно провести закрытие, вообще, в принципе, да, сюда уже не возвращаться. Когда у вас, например, какая-то ситуация, да, вы зашли в документ, например, и у вас вот эта звездочка, значит, вы что-то изменили, и система спрашивает, сохранить, если вы случайно нажали, да, вот, например, не хотели вы этого делать, всегда есть возможность, да, вот, например, внесли какие-то изменения, да, появилась звездочка, всегда есть возможность нажать на клавиатуре Escape, или когда он попросит вас какие-то изменения применить, вот вы пытаетесь выйти, да, он спрашивает, данные были изменены, просто нажмите «нет». Если вы случайно кого-то не туда щелкнули, то 1С это обнулит, да, и не будет никаких у нас проблем. А карточка заполненного физика. Возьмем соседа. Выглядит следующим образом. Можно прикреплять фото, можно не прикреплять, то есть здесь на усмотрение компании, да, то есть обязательно внести паспорт, потому что мы устраиваем гражданина, да, человек может прийти без имени, например, это молодые сотрудники, он сделает его самостоятельно, или там же точно там со СНИЛСом. Со СНИЛСом, например, может помочь компания, да, есть отдельно в отчетности и справке возможность заказать СНИЛС для сотрудников по той или иной причине, например, смена фамилии, да, или утеря, или вот, что никогда не было, да, у него изначально снился. Далее, закончили все заполнения, распечатали согласие на обработку, все закрыли. На всякий пожарный, если вы все изменения внесли, нажмите «Записать, закрыть», это просто. Он запишет, закроет и выкинет вас в предыдущее меню. Далее. Есть несколько способов приема сотрудника, именно сотрудника на работу. Я покажу один, в котором очень сложно ошибиться. Дальше тут они по нарастающей. Чуть сложнее, и самое сложное там, где уже ссылками, ссылками, ссылками. Прошаренные сотрудники принимают последним образом, да, например, там, третьим. А мы с вами попробуем самым простым. Кадры, да, до этого мы были в физических лицах, мы сделали карточку. Теперь мы идем вот сюда, вот в сотрудники.
сверху. Когда мы хотим посмотреть какую-либо информацию на уже действующего сотрудника, мы тоже переходим к сотруднике. У меня выглядит следующим образом, да, по отделам, а у вас может выглядеть по-другому. Для этого отключается вот эта вот настроечка, вид списка, и выглядит общим списком. Мне удобнее работать таким образом, так это ищу. Также точно аналогично физику, кнопочку «Создать». И также точно заполняются данные. Например, мы заполнили Кронс и вносим нашего... У нас там был Иванов. И нажали Enter. И система автоматом подтягивает, если есть уже такое сочетание, и спрашивает, это тот, кто вам нужен, да, то есть из физика, или нет, это другой человек. Потому что бывает одна фамильцы, бывают даже полные тезки. Если это тот, кто нам нужен, нажимаем «Да». И все данные, которые были, например, дата рождения, Нэнс Нилс, они сюда да, подтянутся. Дальше нажимаем кнопочку «Сохранить». И вот по вот этой ссылочке у нас доступно три вида принятия на работу. Принять на работу – это оформить на обычную, да, вот на обычный трудовой договор, который у нас есть. Оформить договор – это оформить ГПХ-договор. И оформить договор авторского заказа – это у нас достаточно редкая опция, крайне редко встречается, и относится только к каким-то произведениям искусства, то есть музыка, живопись, да, вот такие вещи, которые имеют авторские права. Обычно это либо прием на работу обычный, либо оформить договор ГПХ. Если принять на работу, нажать. У нас высвечивается карточка, прошу прощения, документ, да, приема на работу сотрудника, где мы выбираем подразделение, дату, испытательный срок. Не забываем переходить на другие вкладки. Обязательно оклад мы указываем, да, если у нас есть или какая-то почасовка. Если есть льготы, тоже указываем и впечатываем номер трудового договора. Для чего? Чтобы просто по печати у вас изначально уже не нужно было править трудовой договор, который здесь будет распечатан. Это очень удобно. То есть вот отсюда подтянется номер и дата трудового договора, ну и придется делать ручками. Есть другие настройки, да, типа срочного трудового договора, да, и более таких узких настроек. Мы их рассматривать не будем. Мы просто откроем карточку любого сотрудника, который уже принят. Пожалуйста, да, то есть все заполнено. Есть даже возможность выбрать дистанционно, это для у нас случаев удаленщиков. Оплата труда, какие-то компенсации дополнительные, да, льготы, если есть. Ну, здесь у нас не указан номер, например, да, и дата, потому что здесь не подразумевалось, да, там, печать в примере. Так, это первый способ, да, если у нас обычный сотрудник приходит на работу, устраивается, и сейчас я закрою лишнее, очень много открыто всего, до первоначального экрана. Итак, если у нас сотрудник приходит на, например, договор ГПХ или самозанятый, как мы его оформляем? Сейчас, секундочку, найду прям скриншот. Также точно, да, мы оформляем его через оформить договор, если это ГПХшник. Но если это самозанятый, тут есть небольшой нюанс. Кто-нибудь в чате знает, в чем разница между ГПХшником, сотрудником и самозанятым? Или вот буквально расскажу через пару минут. Если знаете, то плюсик, если нет, то минус. Кто еще с нами? Угу, хорошо, тогда этот вопрос обязательно обсудим. Спасибо, коллеги. Итак, у нас сотрудники по договору ГПХ и сотрудники, которые принимаются в штат, да, по обычному трудовому договору, оформляются в ЗУП. Сотрудники, которые идут по самозанятому, они не оформляются в ЗУП. Они идут в бухгалтерии предприятия как контрагенты. То есть вы заводите Иванова Ивана Ивановича, да, там, с которым, например, какой-то у вас там как самозанятый, да, который у вас там приходит, может, чтобы он решил вам, да, поклеить, то можете завести ему
по желанию вашему, если у вас действительно очень серьезная контора, и вы хотите подписать с ним ПНД, потому что, да, он с вами работает, вы можете занести его в справочник физические лица и распечатать ему ПНД. Просто дальше оформление, ну, никакое не нужно, потому что зарплату он не получает. А эта программа «Зарплата управления персоналом» она сделана для тех людей, которые в штате, да, или имеют какой-либо трудовой договор. Самозанятый, по нашему закону может иметь даже устный с вами договор, да, о том, что какие-то работы будут сделаны. Вот. Также точно за самозанятого мы налоги не платим никакие, поэтому зарплата, опять же, для него не нужна. И в отчетность он у нас не попадает, потому что он не является у нас ни штатным сотрудником, да, ни приравненным к штатному, допустим, как ГПХ, да. Вот это такие важные моменты. То есть просто заводится как контрагент, и вы ведете с ним обычные расчеты именно в бухгалтерии или аналогичной системе, может быть, там комплексная автоматизация, ERP, УХА, то есть так, где у вас есть еще контрагенты. Ну, конечно же, не в управлении торговлей. Там это невозможно. Как, например, завести сотрудника по договору ГПХ? Чаще всего с договором ГПХ боятся работать, но в этом нет ничего сложного. Да? Вот то, что я показывала, наш Иванов, он может одновременно быть, да, и сотрудником, плюс какие-то еще дополнительные для нас работы делать, да, именно по договору ГПХ, который вообще не связан с его основной деятельностью. Также точно можно с карточки сотрудника нажать «Оформить договор». И откроется карточка заполнения договора. Также здесь будут со временем подтягиваться акты выполненных работ, где просто вносится начало-конец, да, наших с ним работ. Например, мы заключаем договор на 3 месяца на какие-то работы. Там. Например, бухгалтер у нас там, да, человек был бы, который приходит там, раз там, в месяц какие-то проводки делает, там, зарплату платит, и мир прекрасен, ну, 2 раза в месяц. Где мы выбираем счет субконта, подразделение, учитывать как счет и субконта. Да, говорил ранее, что можно хоть в ежиках считать. Не обязательно здесь должен быть дебет-кредит, да? Я могу с большой, с маленькой. Ужик. Ужик. Вот ужики у меня будут по дебету, ежики у меня будут по кредиту. Вот я хочу считать так. Обратите внимание, система это никак не проверяет, потому что в ЗУПе нет плана счетов. А в другие программы, когда вы будете выгружать, вы можете просто сделать приравнивание до счета и считать действительно в любом. Поэтому внимательно, когда вносим дебет-кредит изначально, не только здесь, да, но и в настройках, да, когда у нас настраивается организация, чтобы все было верно, даже могут быть лишние пробелы. Вот здесь это абсолютно не принципиально. По договору ГПХ, да, заполняются все эти вкладочки, и в том числе выбираются, да, какие там платятся за, на него отдельно, да, страховой. Потому что с выплат ему НДФЛ платит работодатель, в отличие от самозанятого. Самозанятый платит сам за себя, за ГПХшников и за сотрудников штата обычно, да, по трудовому договору, платит работодатель. И перечисляет работодатель, то есть налоги платят за и перечисляет, да, вместо сотрудника, имея свои отношения, да, с налоговыми органами. Итак, это мы рассмотрели. И, наверное, самый последний момент у нас. Я уже прошу прощения, выбилась из времени. Немножко не успеем вопросы. Я сейчас чат быстренько просмотрю. Самый последний момент – это у нас основные отличия физического лица, да, от сотрудника ГПХ и самозанятого. Я уже не буду вас мучить вопросом, кто знает. Скорее всего, никто сразу на него не ответит. Но отличие простое. Любой сотрудник, да, любой самозанятый, если какой-то имеет устный, да, например, с нами договор или договор там каких-то услуг, будь то ГПХшник, имеющий трудовой, да, как бы договор, ну, оказание по необычному трудовому договору, да, по ГПХ, или будь это обычный сотрудник по трудовому договору, они имеют какой-то договор с нами. То есть они с нами уже работают. А физическое лицо – это абсолютно любой человек на улице, будь то соискатель, который пришел к нам в компанию, но он мог еще даже не до конца трудоустроиться, вот прям посредине передумать, да, то есть вы еще не подписали с ним никаких трудовых отношений. Но, например, самый хороший пример – это когда у вас есть соискатель, который приходит на работу,
устраиваться, да, вот по вакансии, и передает свои данные на проверку службы безопасности, но еще он не в штате, да, там еще СБшник его проверит, проверит, есть ли судимости, но вы должны уже с ним подписать согласие на обработку ПНД. Поэтому количество физиков в системе никогда не будет равно количеству сотрудников в системе. Потому что физиков всегда может быть больше в разы, да, соискателей, которые у нас там дошли до финального этапа, может быть несколько, а трудовой договор мы подписали только с одним, который прошел, например, все этапы проверки. Это самое важное. Поэтому не может быть карточки сотрудника, да, как следующего этапа, пока мы не создали физика. Итак, слайд у нас с вопросиками. Я буквально сейчас пробегусь быстро чат. Вопросов у нас не поступало, но все активно, да, плюсики, ваши минусики, маленькие денежки я вижу. Будут какие-то дополнительные, да, вопросы, у нас будут дальше вебинары, вы можете подготовить свои вопросы на вебинары, я буду оставлять больше времени, да, на работу с вами. И я бы хотела бы какую-то иметь от вас обратную связь, то есть вопросы от вас – это прям то, что вас беспокоит, то, что волнует. Например, если какие-то вопросы поступают на ту или иную тему в большей степени, да, там какой-то там нюанс, какая-то настройка нужно объяснить, там, да, детально, я могу подстроить вебинар именно исходя из ваших пожеланий. То есть, если, например, там 3 человека там, в следующий вебинар там, напишут, там, нам нужно вот это, да, и вот, ну, я вижу, что всем одинаково вот эта вот тема интересна, конечно же, я обязательно рассмотрю на следующем вебинаре именно эту тему, чтобы не давать какой-то общей информации, да, а дать уже конкретно. Итак, мы с вами познакомились с программой, узнали нашу основную терминологию, да, узнали основные разделы, как у нас что называется, узнали, чем отличается сотрудник от ГПХшника, от физика и самозанятого, почему не ведутся самозанятые в ЗУПе, да, и где они ведутся. Хотела еще рассмотреть с вами риски, но, прошу прощения, не успеваю, да, мы со временем выбились достаточно долго. Давала моменты из практики. Если необходимо будет, вы, конечно, всегда можете связаться с нашими менеджерами, и если какие-то вам нужны именно прям обработки, доработки, да, то есть сделать заявку через менеджера. Надеюсь, до следующих встреч, следующий вебинар будет через месяц, потом постараюсь почаще их делать хотя бы 2 раза в месяц. Если кому-то было интересно, будем рады вашим отзывам на сайте. Спасибо вам огромное. Хорошего дня.